Так, нам... Меню. Нам надо все-таки завалить этого, поймать, точнее, не завалить в этот раз, а поймать Кулуяку. Тут мне что-то надо. Да, я заколебался ходить за этим Кулуяку в прошлый раз. Проблема была в том, что... У меня нет ловушек. У меня была одна ловушка сраная. Такая вот. Ну, грозовой жук, у меня 6 штук. Инструмент для ловушек. У меня же они были в этом. А, у меня их не было. Странно. Мне казалось, что были, потом они у меня пропали куда-то. Мне их надо купить. Снотворные бомбы. Сонная трава, которой у меня нет, блин. Может, она у меня тут лежит? И парногрипп. Сонная трава у меня есть или нет? Я так понимаю, что нет, да? То есть мне надо еще насобирать травы, получается, правильно? Собственно, центр, так, эхо-группа, ящик предметов, столовая, зал собраний, оружейная, кузня, ящик предметов, вещи комнаты, может, у меня там что лежит? Склад припасов, вот может, склад припасов... Это вот тут. Что тебе нужно? Я хочу купить ящичек. Чё мне такое?
меня что-то с джойстиком было сейчас. Инструмент для ловушек мне нужен. Может, я выкинул его нахер? Оказалось, что у меня был он. Почему два только могу переместить? Максимум два могу переместить. Брать с собой только одну ловушку. Что за бред вообще? Тогда давай грузового жука возьмем. Где он у меня был? Или я уже всех использовал? Если бы я знал, я бы просто взял с собой грозового жука. Всех использовал уже. Окей, ловушка у меня есть. А что мне делать с этим? Мне нужна сонная трава. Без нее не вариант. Ну, пойдем на это задание тогда, что ли, пока что. Когда будет сонная трава, тогда уже пойдем ловить этого. Луяку.
Бессонной травы не вариант вообще. Я ж не могу купить ее где-то здесь. Надо ему квест сдать, нет? Сдавал его? Гляжу, ты не прочь подсобить столовые с ингредиентами. Вот это по мне. Просто возьми задание «Нет боли, нет результата» и «Гроза Дикогория» и выполни их. Если все получится, наше меню будет внушительнее, чем бицепс... Кого? Раянга. Зачисти территорию, чтобы мои ребята могли спокойно добыть необходимое. Смотри, не подведи. Кого-то там надо убить, короче, в Дикогоре. Слушай, может это выполнить пока что? Может заодно полутаю. Правда, тогда мне тарелка не нужна была. Так-так, ученый отстал от сопровождающих и до сих пор не вернулся с Дикогория. Теперь нам нужно его найти. Он наверняка оставил какие-то следы. Я очень надеюсь, что кроме следов мы ничего не найдем. В смысле? Давай это, замочим этих, убить 7-14. Заодно и, может быть, солнечную траву найду. Где они обитают-то? Тарелку можно было не покупать ради такого, ну ладно. Ч
Чё там? А, зал собрания, он закрыт. В смысле, проход закрыт. Сонная трава нужна. И как дурак растратил, блин, все эти зачем-то все сонные гранаты, блин. В прошлый раз. Огненная трава. Ну, я очистил рюкзак, поэтому, по идее, у меня должно быть снаряжение, это место. Так, а где я есть-то? По идее, они где-то там вот. В той стороне. В твоей ведь стране. Ну так, примерно. Камень. Мед. Вот тут они должны быть, нет? Чё ты встаешь-то на четвереньках? Да, он тут ходит этот еще грязевой. Утырок. А, это вот эти вот там плавающие. Плавающие гадости. Да, вот это я гениально сделал. О, это сонная трава? Отлично. Нет, стоп, вот это я не буду. Парализующая жаба. Я понял, кто из нас выше по эволюции. Вот этих надо мочить, да? Да-да, вот этих надо убивать. Я говорю, заодно и сонную траву соберем.
обычная трава. Так, еще эти гады есть где-то? По идее, блин, не знаю, по идее, не только тут, где в воде. Не вижу больше. Это трава обычная. Может быть, там. По течению. О, это они. Это кот, блин. Где? Ого. Так, так, тут больше, чем мне надо. Мне нужно еще две всего лишь. Воу, вот так вот даже. Это пошла.
Сонной травы тут нет случайно больше? Одолели рыб. Прям можно гордиться собой. Меню. Отвали. Вот сонная трава. Много собрал. Парагрипп. Чего она автоматически не создается? Не понял. Почему? Что? Сонная трава про гриб. У меня же есть они. Или это вот через другое меню делается? А, вот так вот. Вот. Так, снотворная бомба есть, ловушка есть. Отлично. Надо сохраниться.
мы попробуем зафигачить его. Правда, не знаю, успели. А, хрюшка, потом. Ну, по идее, там ничего сложного, просто его долго надо мутузить. Тут уж как повезет. Явно наверх. Я, правда, не помню на самом деле. Фу. Так, вот этот тут мне не нужен. А вот этот может быть он. Да. Чуял, все. Но большой тут тоже ходит постоянно. Отвалите, я не по вашу душу вообще. Он в гнезде своем, насколько понял. Я там у него в этом гнезде 100 раз был уже. А, нет, не в гнезде, видимо. Ну, рядом. Так, мне не нужен. Кто на меня согрелся? Ну ладно, вы отвалитесь. О.
Да блин, куда ты? Типа опасно уже. Аккуратно. Он сбежал. Собственно, неудивительно. Ого, это кто? Это он такой мощный тип того? Тайминг. Ух, ходим. Нет, 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 нет. Бежим. Так бы и хотелось ему сейчас на голову спрыгнуть. Куда он делся?
Он хромает пока? Вроде нет, да? Я говорю, это займет какое-то время. О, ну он уже покосан по его внешнему виду. Да что такое? О, дядя захромал. Все, ловушку надо ставить в его гнезде, потому что иначе очень низкая вероятность, что он наткнется на нее. Поэтому не торопимся. Вот сейчас он идет в свое гнездо. Блин, штука, что можно носить только одну ловушку с собой. Иди сюда. В смысле? В смысле упустил? Я упустил? Теперь мне надо идти опять. Этот кактус этот сраный не нужен. Он еще идет за мной, вот. Блин, наверное, фейл, все. Потому что пока я дойду до лагеря. Лагерь-то далеко. А он преследует меня. Он обозленный.
Я не помню, где у меня лагерь. Он где-то здесь был. Вот тут. А, вот тут вот. Как туда попасть-то? Не, ну, по идее, да. По идее, иду правильно. Почему я его упустил? Я же сделал все, как сказано было. Почему я не могу ее применять? Или это только здесь? Ну нахер. Я могу ее применять, да. Ну, короче, план тот же. Здорово. Блин, а он это уже вызрел, кажется. Блять. Гениально, блин, твою мать. Вставай.
Да, смотри, какой он резвый стал, блин. Уже не хромает, блядь. Утырка. Куда ты пошел? Не смей туда идти. А, не, смотри, он опять хромает. Ну и вали. О! Ну, наконец-то. Захваченного чудовища нельзя добыть сырье, но ты получишь более ценную награду, бла-бла-бла. Фух, мы сделали это. А тупо, что можно носить только одну ловушку с собой. Чё тут награда? Чешуя, шкура, шкулера. Клюв, сфера доспехов, грозовой жук. Ой, погоди, стой, чё я нажал? Чё я нажал сейчас? Я чё-то кликнул случайно. А, в ящик я положил это. Да всё взять, всё. Приз получен, юный ловчий. Ну вот, в следующий раз можно будет идти уже по основному квесту. Я парочку побочных выполнил. Надо будет прокачать еще броню. Наверное. И отправимся на основной квест. Так. Ну-ка, ну-ка, ку-ку, охотник. Как дела с заказами и расследованиями? Я безгранично благодарна тебе за все, что ты делаешь. Рассказывай, что ты нашел. Да я тут выполнил два задания в Дикогории, между прочим. Малая охота. Спокойно, мы серьезно относимся к твоим находкам. Если кто и сможет понять, куда направляется Дзора Магдарос, то это я и моя команда. Готов хоть расписку дать. Что такое? По Кулаюку, я тут уже мастер поисков Кулаюку. Вот, собственно, на этом, наверное, на сегодня все. Отправимся, я говорю, на основную миссию в следующий раз. Вот. Спасибо за просмотр.